Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой кулинарный канал. Сегодня мы с вами готовим очень необычные из самых доступных продуктов, которые обязательно найдутся в каждом доме у каждой хозяйки, оладьи из лука. Оставайтесь со мной, сейчас подробно расскажу, как приготовить вкуснейшие оладьи из лука. Мы начинаем. Ну что, друзья, сегодня мы с вами готовим мега вкусные оладьи. Бюджетный рецепт, доступный каждому абсолютно. Для этого нам потребуется 3 большие головки лука. Мои получились общим весом 700 грамм. 6 столовых ложек или 120 грамм манной крупы. Соль, черный перец по вкусу. 2 крупных яйца S0. 1 столовая ложка сметаны. У меня получилось 70 грамм. Растительное масло для жарки, а также 2 зубчика чеснока. Для начала нам необходимо мелкими кубиками нарезать лук. Лук я буду нарезать на своем любимом станке. Если нет станка, значит режем лук как на пельмени. Луковицу разрезаем пополам, затем прорезаем полосками примерно по 5 мм толщиной, не дорезая до конца. Хвостик оставляем. Затем разворачиваем и поперек режем мелкими кубиками. Как обычно мы это делаем на пельмени. Я одеваю луковицу на плододержатель и на своем любимом станке устанавливаю режим кубики. Режу вот так. Таким образом получаю вот такие вот кубики. Таким образом сейчас нарежу полностью весь лук, затем покажу, что делать дальше. Итак, друзья, лук я нарезала, вот такая гора у меня получилась. Берем глубокую чашку, в которую отправляем лук. Отправляем хорошую щепотку соли. Я кладу чуть больше пол чайной ложки, вы ориентируйтесь по своему вкусу. И хорошенько разминаем лук, чтобы он пустил свой сок. Лук готов, пока его убираем в сторону. Далее в отдельную чашку разбиваем 2 яйца. При помощи вилки просто их разбиваем. Сюда же добавляем по вкусу черный перец. У меня это 1/3 чайной ложки. Хорошо перемешиваем. Далее возвращаемся к луку. Отправляем яйца к луку. Сюда же выдавливаем 2 зубчика чеснока. Добавляем столовую ложку сметаны. И сюда же отправляем 120 грамм манной крупы. Все хорошо перемешиваем. Вот такая, друзья, консистенция должна у нас получиться. Не сильно жидкая, но и не густая. Далее нам необходимо дать манной крупе набухнуть. Оставляю эту смесь на 10 минут на кухонном столе, после чего мы с вами просто пожарим на растительном масле оладьи. Итак, друзья, прошло у нас 10 минут. Сковороду устанавливаем на плиту, зажигаем средний огонь и отправляем в сковороду небольшое количество растительного масла, так чтобы дно сковороды было полностью покрыто маслом. Распределяем. Далее, друзья, не дожидаясь, пока масло у нас сильно прогреется, отправляем по одной ложечке подготовленной луковой смеси на сковороду. Почему не дожидаемся прогревания масла? Потому что если вы дождетесь, когда масло хорошо прогреется, то луковые фрагменты у вас будут разлетаться по всей сковороде, что не есть хорошо. Придавливаем ложкой, формируя оладьи. Все, таким образом обжариваем с двух сторон по 6 минут при закрытой крышке. Итак, друзья, прошло у нас 6 минут. Аккуратно при помощи лопатки переворачиваем наши оладьи на другую сторону. Вот такие вот аппетитные золотистые оладьи у нас с вами получаются. Обжариваем оладьи также под закрытой крышкой с обратной стороны до такого же золотистого цвета в течение 6 минут. Итак, друзья, прошло у нас еще 6 минут. Аккуратно теперь наши оладьи снимаем на тарелку, застеленную кухонным полотенцем. Далее сковороду зачищаем от остатков лука. При необходимости наливаем еще масло и таким же способом обжариваем все оставшееся тесто, пока оно у нас не закончится. Ну что, друзья, вы только посмотрите, вот такая аппетитная вкуснятина получилась. Я уже попробовала, это нереально вкусно, рекомендую всем на 100%. Нам с Алексеем уже не терпится все это съесть на нашем Мукбанг канале, куда мы вас всех и приглашаем. Ссылка, как всегда, внизу в описании под этим видео. Также при желании можно украсить любой зеленушкой, которая есть у вас в холодильнике. У меня это лук зеленый. Подаю с соусом. Сейчас расскажу, как делала соус. Значит, взяла сметану, густенькую, хорошенькую, жирненькую. В сметану отправляем по вкусу чеснок, зеленый лук также, соль, черный перец и все хорошо перемешиваем. Вот такая вкуснятина нереальная у нас с вами получилась буквально за копейки. Мы всех приглашаем на наш Мукбанг канал, ссылочка, как всегда, внизу в описании под этим видео. Но это видео буду заканчивать. Если видео понравилось, ставьте мне, пожалуйста, пальчики вверх, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, нам очень приятно с вами общаться, это мотивирует снимать.
снимать для вас еще больше вкусных и интересных рецептов. Огромное всем спасибо за лайки, за комментарии, за пожелания. А также всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока. Приходите еще. Увидимся снова.